привет, ребята! Как дела? Это слова ловушки. Вы часто куда-нибудь опаздываете? Надеюсь, что нет. А вот Хрюша вчера опоздал в школу. Явился к самому концу урока. Учительница спросила: ты почему пришел не вовремя, А он ей отвечает: хе, Хрю, почему это не вовремя? Как раз вовремя, во время звонка. Вот только во время не то же самое, что вовремя. Вовремя значит точно в срок, без опозданий. Вы молодцы, если вовремя приходите туда, где вас ждут, и вовремя сдаете все, что должны. Вовремя пишется слитно, а вот во время раздельно. И значение у этого выражения совсем другое. Во время значит в какой-то период времени. Телефон зазвонил во время спектакля. Футболист упал во время матча. Котята родились во время дождя. Вот такие похожие, но разные слова. Смотрите нас чаще и не попадайтесь в ловушки. До встречи на канале «Карусель».